И как я до этого дошел? Фух. Итак, всем привет. Сегодня я рассмотрю такой вот значимый вопрос, как порядок изучения статических элементов воркаута. Я постарался выбрать именно те нужные элементы, которые как раз таки понадобятся, не будут лишних. Например, тот же CTI для вас ничего не разовьет. Или тот же флажок с локтя. Также есть расположены не порядки сложности, хотя сложность указана примерно, а просто в порядке изучения. Как бы на общей практике. Примерно так многие именно изучают. Так, давайте приступим. И первое, что потребуется выучить, это крокодильчик. Элемент, не требующий какой-то физической подготовки. Практически вообще никакой. Даже подтягиваться надо уметь. Ой, служит подводящий к горизонту. Да, прикиньте, для горизонта это подводящее. Именно здесь ты понимаешь, что такое баланс как горизонте. И уведение себя вперед за счет спины. Как может работать поясница в том же горизонте? Да, и в общем, красивый элемент. Если дрищи и хочется показать что-то классное, вот, пожалуйста, сложность и минимальная. Также не обязательный, но все же красивый элемент. И для чего-то все-таки он нужен, но снова же не обязательный. Крокодильчик на руке. Эффектно смотрится, сложность и плюс, идем далее. Уголок. Вот это настоящий базовый элемент. Сложность и плюс. И вот он разобьет вас жесткость пресса и силу пресса. Также служит подводящим для многих других элементов. Ну, вот, и далее. Уголок на руке. Подводящий для некоторых элементов, таких как передний вис на одной руке. Также умеет держать уголок на руке. Это доказывает то, что вы хорошо владеете своим телом. Сложность D. Теперь на той же сложности находится два похожих элемента. Ласточка и Dragon Flag. Dragon Flag хорошо разовьет силу пресса. Ласточка тоже разовьет силу пресса, но больше координации. И послушать базовым положением для подтягивания ласточки, выхода принца на 2 из ласточки, ну и так далее. Вот тут начинается уже что-то очень полезное. Хоть какую-то, но кривую стойку на руках вы должны сделать. Да, пора бы уже начать практиковать стойку на руках. Должны в ваших руках быть уже достаточно силы, чтобы удержать хоть как-то себя. Также в воркауте очень важна гибкость. Хоть это не спортивная гимнастика, но все же. Давайте тренить гибкость. Она вам очень понадобится, если вы собираетесь достигать каких-то высот. Сложность кривой стойки на руках. Дим. Горизонтальный упор под турником. Элемент не совсем обязателен, но это большая и хорошая база для таких элементов, как принц. Сила выхода с патрулька, принц на 2, принц на 2 из ласточки, выход ангела. Вот, пожалуйста, хорошо можете накачать себе бицуху с помощью этого элемента, да и он вообще красиво выглядит. Множесть D+. Вертикальный флаг. Ну да. Думаю, вы уже в это время должны увидеть, восхищаться флажками всякими там. То пора бы выучить. У вас сил достаточно, чтобы выучить уже вертикальный флаг. Вот так он делается. Easy, прям легко. Сложность E++. Go next, выучить сам флажок. Сложность C, не особо-то и сложнее, чем горизонтальный упор с подтурником. Ох. Сначала можете научиться с разведенными ногами, после чего с введенными. Также этот элемент может быть и, если можно, плюсик добавить, так как
Понятие его на прямых руках, как будто посложнее будет. За то, что у вас жесткость или уже есть, вы уже довольно сильненькие пацанчики. Летяночки. Ласточка на одной руке, примерно та же сторона, что и флажок. Ну, в принципе, ни зачем вам не требуется. Блин, здесь более близко к Джимбару. Просто эффектный элемент. Ровно стойка на руках. Вот этот элемент обязателен, если вы хотите уходить баланс. Гибкость вы уже натренировали, сложность невысокая, С всего лишь. Ровно стойка на руках. Офигенная база и при этом очень красивый элемент. Не то, что там прямые всякие бананы. Горизонтальный упор является элементом, который легче стойки на руках, но все же он базовый. Да, снова горизонт, снова ведение тела. И здесь уже еще добавок подходящая для отжимания стойки на руках. Именно тех чётеньких, где вы там в горизонтальный упор уходите, чуть ли не 90 градусов делаете. Далее. Флаг стойки на руках. Не обязательный элемент для чего-то, но для прогрессии он понадобится. С разведенными ногами сложность С, с ногами вместе сложность С+. Просто здесь нуждается чувство баланса и гибкость. Ничего такого сложного. Передний виз. Вот он тот элемент, который... Камень преткновения для многих. На сомкнутых руках его делать сложность С+, на ровных бим. Ну, все мы знаем про передний, что тут говорить про него. Один из самых красивых, зрелищных и так далее. Базовый элемент. Горизонт, сложность B+. Не особо там сложнее ровного переднего виса. На своей практике скажу, как я выучил, ну как бы, не совсем, но могу сделать горизонт, ноги врозь. И растяжка у меня не совсем так хорошая, поменьше, чем у того челика, но все равно хоть как-то держу горизонт ровненький. Но при этом передний вис на ровных руках у меня примерно на том же уровне. Так что здесь зависит от вашей прокачки. Вот тот же Андрей Александров, ему легко дается, относительно легко дается передний вис, но горизонт прям заметно, что ему сложнее его делать. Для некоторых людей наоборот действует эта функция, хотя в основном именно горизонт становится сложнее, да вообще этот элемент переоценен в плане того сложности. Просто люди, многие неправильно подкачиваются, не замечают то, что спина играет большую роль в этом элементе, то, что пресс и поясница очень сильно помогают и не придают значения растяжки. Также хорошая разминка и растяжка бицепса понадобится, и предплечье, чтобы не порвать себе ничего. Сложность B+. Мексиканка. Ну, здесь спорный вопрос. Если здесь гибкость, в принципе, нужна и чувство баланса, ну, блин, как всегда, сложность B+, ты на том уровне, как и горизонт, но подводящая особо ни к чему не служит, только к бэку, если. Крест. Ух-ух-ух. Если делать его просто крест, то это сложность B+, где-то на уровне с горизонтом, ага, она с горизонтом. Нет, он посложнее горизонта относительно. Да, он будет посложнее горизонта все-таки. Где-то около принца, где-то вот так вот. И снова уже относительно, кому-то он реально дается сложнее. И B++, если его делать с уголком, это реально хорошее усложнение. Элемент, ну, не сказать какой-то там базовый, но эффектный, зрелищный. Go next. Только на руке сложность B++. Сейчас так требует от вас высокого чувства баланса. Ну и, конечно же, силы. Да, это действительно базовый, не особо, но базовый элемент, так что для него подрастянитесь хорошенько. И качайте ваши трицепсы. Не забывайте разминать кисти. Они сыграют большую роль и очень сильно подвержены травматизму. Потянутый передний вис. Ну, тогда вы держите передний вис. Ой, руки находятся прижатые к корпусу. Тоже B++, довольно сложная штука, подводящая для полноамплитудных подтягиваний в переднем весе. Очень советую выучить. Full планш, сложность А. Что тут говорить? Full планш, так full планш. Для кого-то легче, для кого-то сложнее. Рост решает. Генетика, ну, блин. Элемент довольно сложный. Ноги вместе по сравнению с ноги врозь, это большая разница.
Один из самых зрелищных элементов. Бла-бла. Хорошо развивает вашу мобильность. Идем дальше. Диван. О, примерно на уровне с фул планшем. Ну, можно же посложнее. Ну, что тут сказать. Подводящий для обратного самолета. Да и только. Хорошее владение телом. Хороший прогресс в переднем виси. В общем, по-моему, красиво смотрится. Да и на выступлении очень эффектно будет. Dragon Flag на одной руке, скорость А+, ну, никакие подводящие для чего не служит. Просто топчик элемент обязательно не входит. Но пора бы уже подучить, потому что это не подводящий, но он похож на передний лист на одной руке тянущим движением. Бэк, ну, о нем я сам мало что знаю. Это как бы усложненная мексиканка, которая больше силы требует, ну и гибкости в плечах. Блин, да и прикольно выглядит. А, скорость он поставил А+, ну, исчез это визуально, я сам не до конца понял. Можете учить его на там же, после мексиканки, но все же советую больше брать на изучение базы и практики, перед тем, как приступить к этому элементу. Свечка. Ну, тот же самый стойка на одной руке, только ноги вместе, рука прижата к корпусу. И эта жопа как сложно, скорость А++, они дружат с балансом, идите нафиг. Флаг стоит на одной руке. Достаточно бовая штука, очень сложная. Жопа какая сложная. Ну, здесь объяснять ничего не надо. Подводящий для горизонта на одной руке. Если вы его умеете, то вы зверь. Горизонт на четырех пальцах. Ну, блин. Чем прикол, я здесь старался как бы не упоминать каких-то усложнений на пальцах, но обойти горизонт на четырех пальцах я не мог. Сам практикую этот элемент. Сложность горизонта, точнее на четырех пальцах, А+, сложность фу планша, СР. Очень зрелищно, очень бово. Берегите свои пальцы, я лучше этого не... Элемент этот не делать лучше. Окей. Дальше. Передний вис на одной руке. Сложность А+, на согнутой. И сложность СР на прямой руке. Лютый элемент, что сказать. Очень лютый элемент. Ай, настоящая имба воркаута может это сделать. Dead Planche. Скорость SR. Жопа сложный элемент, снова же, который я не могу. Где-то около уровня самолета находится. Я самолет тоже относительный элемент, можно его и ниже, и повыше держать. Но Dead Planche это все-таки требует у вас хорошей мобильности в кистевых суставах, хорошо растянутый бицепс, потому что не говорил. Ну и, конечно, высокое владение Full Planche. Самолет, ну что о нем говорить, снова же хорошо растянитесь, разогрейте свои бицепсы, высокое владение фул планшем, блин, это вот это реально тот элемент, который один из самых таких сложных, это жопа, ой, только для красавчиков настоящих элемент, горизонт на руке, ну тоже для красавчиков только элемент, при на том же уровне, что и самолет, кто бы что ни говорил. Ай, многие его держат на подсогнутой руке, как вы можете здесь увидеть. Мало кому, я даже не вижу, чтобы тут он абсолютно ровно держал. Если он абсолютно ровно, то это тоже, это точно будет сложнее самолета намного. Ну, все, go next. Также можно отжиматься в этом положении и... Передний вес на одно пальце, здесь я тоже не смог пройти мимо. И единственный человек, которого я видел в интернете, кто мог что-то делать, это Андрей Кобелев. Мощный челик с мощными пальцами. Да, уже шутить не буду на тот повод. Скорость СР, жопа как сложно снова же. Идем дальше. Обратный самолет. Ну, по лицу спортсмена можно сразу понять, что это очень сложный элемент, один из сложных СССР. Скорость, иди в баню, я его не... Обратный горизонт. Ну, пожалуй, посложнее самолета, не мне судить, я ни обратного самолета не умею, ни обратного горизонта. Хотя все же, я думаю, этот элемент снова же переоценен, потому что его целенаправленно никто не тренирует. И поэтому вся хайт как-то раз пришла его апогеем его популярности, и он в интернете везде прославился как «Ой, какой сложный элемент!» Ну и последнее, что нас сегодня ждет, это горизонт на двух пальцах, который может делаться на двух указательных, либо на указательном и большом пальце, либо на большом и большом. Пожалуй, самый сложный элемент на сегодняшний день.
его не, ну, блин, человека 2-3 только делают, и то в каком качестве. Итак, вы могли легко заметить, что я назвал не только базовый элемент какие-то, а именно прогрессивные высокого уровня, так что сейчас пришло время объяснить, что где нужно. Крокодильчик, да, это нам нужно выучить. Уголок, да, нужно выучить. Уголок на руке, да, нужно выучить. Ласточка и драгонфлаг, да, нужно выучить. Стойка на руках, начало тренировки, гибкости, да, это нужно. Горизонтальный пауэр по турникам. Если уйдете в принцы, в ангел и так далее, то обязательно нужно. Вертикальный флаг. Ну, от вашего дела, что и вертикальный флаг, что и сам флажок. Но все же это очень эффектно, так что желательно выучить. Ласточка на одной руке просто эффектно, можно не учить. Стойка, ровно стойка на руках. Уйдете в горизонт, учите обязательно. Горизонтальный пауэр. Ой, блин, этот элемент ноги вместе не могу до сих пор нормально держать, прям ровненько. Хотя ноги его держат ровненько, но не могут горизонтом, мне же наоборот. Учите, желательно его выучить. Флаг стойки на руках не обязательно. Передний вис, но, думаю, все мы знаем то, что элемент... Элемент нужный, очень нужный передний вис, так что идем далее. Горизонт, ну, ваше дело, снова же, как и передний вис. Просто бывают спортсмены, которые либо передний вис, либо горизонт не идут, либо по каким-то принципам у них хотят его учить. Например, горизонт — это элемент, который подвержен риску травматизма очень сильно. Передний вис же просто многим спортсменам не даются. Мексиканка не является каким-то обязательным элементом, просто снова уже зрелищный, показатели вашей большой гибкости, не только большой гибкости, и кривизны вашего позвоночника. Крест. Ой, желательно выучить крест. Просто желательно выучить крест. Стойка на одной руке. Ваше дело, но, блин, обязательно не буду говорить, но желательно бы выучить. Это уже как бы здесь идет высокий уровень. Потянутый передний вис, если вы хотите прогрессировать в переднем висе и подтягиваться с ним, то выучите. Full планш. Ну да. Думаю, стоит выучить. Да, нужно выучить. Диван. Не обязательно, но желательно выучить. Это снова не обязательно, Dragon Flag. Бэк снова не обязательно. Свечка. Не обязательно, но можете выучить. И вот с этого момента идут элементы, такие вот, в основном, которые, в принципе, можно и не учить. Это уже ваше дело. Флаг стойки на одной руке. Снова же, желательно на ваше мнение опираться. Это только сугубо ваше мнение, нет какого-то обязательного права учить именно это. Это для жестоких пацанов, не для жестоких, а для мощных, выражаясь правильно. Снова же, для мощных пацанов есть большой риск травматизма, так что желательно этого не учить. Ай, я если его пендрежник, то можно тоже делать с самолетом. Просто на руке, вот этот можно, в принципе, элемент выучить, никакого-то там большого травматизма, как в самолете или планши нету. Да, и сам элемент очень хорошо и высоко ценится на соревнованиях и другими людьми. Передний вис на пальце не обязательно элемент. Ваше дело. Обратно самолет только для самых имбовых доступен. Также обратный горизонт ваше дело для самых имбовых. Желательно не учить горизонт на двух пальцах. Это слишком. Ну вот, в принципе, я и сказал все, что хотел. Надеюсь, ролик вам понравился. Вот под конец оставлю вам отрывочек, где я буду листать просто далее. Для того, чтобы вы заходили на это видео и смотрели порядок изучения без моей болтовни. Ну что, ставьте, поделитесь видео с друзьями, зачем я это говорю.